Хотите себе топовый портрет? Тогда переходите в группу ВКонтакте. Там вы сможете найти много крутых портретов и рисунков, и даже сможете заказать себе свой портрет от арт-студии New Breeze. А прямо сейчас там проходит конкурс на 4 бесплатных портрета. Успейте поучаствовать. Ссылочка в описании. И всем привет, дорогие друзья, с вами Лагер, и вот это вот какое-то непонятное существо, пока его ника не видно. Здравствуйте, здравствуйте, я не буду палить вас, кто вы? Тихо, тихо, стоп, не отходи, чтобы ник не палился так. Вот так вот, здравствуйте. Извините. Здравствуйте, вот вот вас видно. Вы популярный летсплейщик? Да-да-да, это я, меня зовут Андрю Лагер. Зовите меня босс. Серега. Нет, зовите меня, пожалуйста, босс! Босс? Хьюго босс? Что за реклама, господи, девушка, перестаньте. С чего вы повернулись попой к этому молодому человеку? Мне кажется, он вас пристроил хорошенечко. Мне кажется, он сейчас и вас пристроит хорошенечко. Я, пожалуй, отойду, короче, вот. Вот, знаешь, настолько, вот настолько. Это что? Нифига, я отошел. Ладно, хватит придуриваться. Мы тут собрались ради серьезных дел, да? 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 Я здесь собралась, потому что мне сказали, что сегодня я... Тебя снова пристроили. Тебя снова медведь пристроил. О, господи. Так, ладно, окей, начнем без лишних этих... Без лишних телодвижений. Без лишних... Ну что ж, ха, давай. Ну и что это, ты на уроки меня привел, да? Это смотри, это доска! Доска, иди сюда, смотри. Это ты... У меня доску забрали. Паника, паника, это моя доска. Ты забрала мою доску. Ты плохая девочка. Ты где? Господи, 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 спасите, помогите. Я Дарт Вейдер. Где ты? Покажи мне. Я бегу за тобой. Дарт Вейдер. Дарт Вейдер должен делать вот так вот. Вилка, я твой отец. Шатал он? Отстань от меня! Отстань, убийца! Ты убила все хорошее во мне. Я ищу золото, отвали. Я хочу золото. Все вы, бабы, хотите золото. Все мне нужно... от тебя нужны только деньги. Только деньги и только золото. Я все... Ничего себе! Тише. А какого черта убили детектива? Тише. Где-то лук должен быть. Это ты его убил? Нет. Погоди, тут кого-то убивают. Мне не нравится, помоги мне. Я нашла лук. Бери его. Ты подняла его? Нет? Ага. Что-то не... Только этот... Целься, короче, не в меня, потому что это опасно. Вдруг ты, короче, этот... Забирай, я, короче, тут вообще очкую. Подожди, какого черта? Если ты не можешь подобрать лук, значит, ты убийца. Слишком просто. Я знаю, где ты живешь. Я найду тебя. Я буду стоять и охранять лук, и меня завалят. Как кидать? Собака сутулая, как кидать? Да! О, господи, какой классный. Кто-нибудь напишите мне в конце ГГ быстро. О, ГГ, точно, ГГ. Какой я классный. Я аж вспотел. Но ты глянь, я, да, не раскрыла секрет свой. Прям, знаешь, стоит такая, подбирай лук, говорит, подбирай, а я просто стою, посмотрю на него, говорит. Я не знала, что сказать просто, потому что я, это было так тупо, что я стою возле лука. Стоит такая, смотрит на лук, типа, чё, а сейчас им что-то надо делать? Это, типа, как, когда вот эти вот видосы, когда, типа, мама заходит в комнату, а у ребенка все лицо в шоколаде, он такой, это ты ел торт? Он, нет! Так и в этом случае, почему ты не берешь лук? А, я боюсь! Лучше бы ты уже сказала, что ты все-таки торт ела, знаешь, типа, просто... Почему ты не берешь торт? Я торт ела. Почему ты не берешь торт? Я торт ела. Что происходит? Ладно, окей, давай мы объединимся, короче, и будем искать убийцу вместе, потому что... Я нашла убийцу, у него на голове маска коня. Лошадь, что ли? Да, он только что меня убил. Он тебя убил? Да. Я нашел его, он в трусах! Он в трусах!
Почему в трусах? Лагерфит, Лагерфит, у тебя есть чем его атаковать? Да! Своим чувством юмора тупым. Значит, ты проиграл! Слушай, он валит просто всех! Это будет, знаешь, это будет убийство этот. Это будет убийство тупым предметом. Он сейчас всех завалит к чертям собачьим. Так, подожди, у нас еще иносенты 4, то есть... О, полицейский. Я видела этих иносентов, у них нет шансов. Смотри, полицейская девочка, скорее всего. Вот. Так, он там, где книги. Господи, зачем воруют мое золото? Ты прикинь, я уже почти нафармил налог, а они воруют мое золото, черти. Давай быстрей, давай, надо победить. Ты хочешь, чтобы я победил? Ты хочешь, чтобы я его разнес вообще к чертям? Я хочу, чтобы эта победа была... О, детектива убили. Я знаю, где лук. Наверху. Ну, вот тут, где зеленый. Вот твою за ногу! У тебя есть лук? Нет! А сколько тебе не хватает? Двух. Ой, уже одной, смотри. Оп, он идет, уходи. Куда идти, куда? Не понимаю, он идет тут, где книги. Так, тише. Он зашел в какую-то комнату. Я вижу одну маленькую плохую девочку, которая прилегла спать. Ты можешь, кстати, успеть за луком, он далеко. Иди за луком. Погоди, я занят. Твою за ногу, ладно. Погоди, я тут занят. Уже поздно. У меня тут важные дела. Все, я, в принципе, понял. Ты приседал? Возле девочки? Я не видела, но я прям предчувствую. Иди за луком. Ты промахнулся. Да иди за луком. Да иду я. Да вижу, куда ты, нифига. Опа, все. Я в того чела промахнулся. Господи, у меня аж руки дрожат. Что происходит? Я скажу, где он, погоди. Он, короче, ныкается вот где книги. Возле одной из лестниц. Так, он идет на лестницу наверх. Так, лестница наверх. Тут песчаное окно. Он идет прямо. Тут два трупа. Я мой труп, короче. А, я все понял, где он. Вот, он стоит рядом с моим трупом и смотрит с лестницы вниз. У него в руках лук. И он целится. Я в него попал, нет? Нет. Ну ладно, если бы попал, то он бы явно умер. Ну логично. Вот ты прям. Он прячется тут за столбами. Он достал меч. Я сейчас ему этот меч, знаешь, куда запихаю? Смотри, он сейчас тебя в его кинет. Я его по Пенгаген закидаю. Нет, не попал! А вас двое осталось. У него 60 секунд осталось. Понимаешь, ты против маньяка один на один. Так ты можешь... Так, не, и на Сенте 2. Еще есть Он пульнул меч куда-то в никуда. Да поднимись ты к нему, господи! Да он ж меня закол... Ладно, все, все, только ради тебя. Только ради тебя, смотри, экшон, экшон, проверяй, экшон. Смотри, он ждет прямо возле лестницы. Вот он. Лагер! Он кидал меч, он у него не перезаряжен. Проверяй, экшон, экшон идет, проверяй, проверяй. Давай, давай, он, вот он, вот он, спиной стоит, давай, скорей. Подожди, подожди, сейчас он... Лагер! Я его бачу, бачу, смотри, идет, идет. Да, черт! Ты куда говна просто? Ты вообще ублюдок, мать твою, говно собачье! 10 секунд и мы победили. Ну, понимаешь, хоть кто-то тащит катку. Ой, меня сейчас тошнит. Смотри, эта девочка просто спряталась, за углом стоит. Ну, правильно. Я один раз так выиграла. Я хотя бы пытался. Ой, ГГ. Ой. Говорят, если пишешь ГГ, то к тебе приходит домой гном. Это там карма добавляется, ты шо? Ты шо? Карма приходит. Картер добавляется. Картер добавляется. В друзья. Поставь лайк, и Вика Картер к тебе добавится в друзья, да? 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 Видишь, как я тебе добавился? Если бы я сейчас была убийцей. Ты убийца? Давай просто признаемся друг другу, что ты убийца. Давай, я убийца. Отвали от меня. Хочешь, покажу свой меч? Нет! Да и мой меч побольше твоего, отстань, у меня меч большой. Не точно, я слышала истории. Какие истории? Можно, пожалуйста, поподробнее, чтобы я тоже слышал? Достаточно большой. У меня огромный меч, господи. А кто его видел? Сам своему мечу завидую, как минимум я. Вот видишь, это как Бэтмен, никто не видел твой меч, значит его не существует. Знаешь, этот, бога тоже никто не видел, однако он существует. А ну да нет! Нет! Это имя Господа в суе! Меня скинули, черти.
Меня скинули этим ловушкой, черти. Ладно, тогда я буду наблюдать этот, кто убийца, и тебе не скажу. До последнего. Вот, меня вот здесь вот скинули. Прыгай, Вика. Не надо, Вася. Ну, у меня уже 6 золота. Зачем я буду рисковать своей жизнью? Ну, пожалуйста, надо было прыгнуть. Ты понимаешь, что этот бег — это здоровье. Вот этот чувак тебя сейчас убьет. Почему он тебя не убил? Что за бред? Я классная, я договорилась. Я дала взятку в размере... Смотри, вот эта девочка АФК, убивай ее. Мечом, доставай меч. Что ты как этот? Когда его уронят, я его подниму. Но сейчас у меня еще 2 золота. О, и у меня лук. Все. Ты ж убийца. Так, ой, все. Убийца я Стив теперь... пишет, слышишь? Ага, я пойду завалю этого Стива. Так, подожди, а я не вижу Стивов. Слэкс над. Что происходит? Чего они... понимаешь, этот не русский, я просто как бы... Я не особо понимаю, что происходит. Давай к этой. Давай вот телепортируемся к вот этому чуваку. Посмотри, он вообще кого-нибудь убил? Иносентов всего 11. По плавной дороге. Гарри Поттер! Я вижу Гарри Поттера! Да ты, блин, лучше скажи, кого убить. Слышь, Гарри Поттера убивай. Зачем оно мне надо? Да вообще? Он этот, Вингардиум Левиоса. Левиоса, а не Левиоса. Левиоса. Вингардиум Левиоса. Так, подожди, я все еще не могу еще мануть убийцу. Какого черта? Тут парень пристроился к девушке сзади, я это не буду снимать, пожалуй. Так. О, смотри, тут сейчас девочка будет такая тупенькая, будет пытаться прыгать через ловушку. А, это ты. Извините, пожалуйста. Я понюхала эту ловушку, и мне показалось, она опасной. Почему-то убийца на нас не охотится. Ой, кто-то умер. Где? Не могу знать. Да полетай. Я летаю как бы, Я уже как бы почти на вторую стрелу накопила. Я как бы дух, я как бы, да, там... Уже накопила. Так, слушай. Сейчас на третью буду копить. Я вообще не видит ни одного убийца. Осталось всего минута, а он как-то тупит стоит. Так, Гарри Поттер мой друг. Слышь, тут золото спавнится за карту, лол. Лол, оно везде, мне кажется, за карту спавнится. Но я уже как бы себе на третью стрелу почти насобирала. Где тут убили? Пишут полис пишет. Фас, полисмен! А я видела полис. Она тут стояла, ее убила. Вот эта девочка убийца. Где? Стопудово, вот это. Белая. Да. Ой, я смотрю за ней. Давай, размотай. Сейчас, у меня лук. Что ты предпримешь? Стреляй в неё. Не... Это развод. Нет, они вроде тут стояли вдвоем все время. Подожди, это ж развод. Она тебя просто разводит. Она сейчас достанет меч, отвечаю. Тихо. Ах ты, собака сутулая. Тихо. Ну вот тут стоял полицейский. У нее рваные колготки, это обозначает, что она убийца. Вот отвечаю. Тут убили Гарри Поттера и полицейского. Ну вот, а вот этот парень ее покрывает. Так, у него есть компас у убийцы. Она сейчас вся польет. Слушай, стреляй! Давай ты будешь первая! Тихо, подожди, стой. 17 секунд они, осталось. Они все на меня охотятся. Осталось 17 секунд, давай решай что-нибудь. Она была детективом. Тихо, кто убийца тогда? А кто убийца? Сейчас мы узнаем, напишут в конце. It's make light. Это девочка какая-то. Девочка, видишь, с волосами, с такими большими глазами. Которая какая? В голубой шапке? А она без шапки была, она, походу, с волосами. Давай еще одну, я хочу эту. Так, ну все, лагерфит. Шо, давай последнюю. Вот я сейчас буду убийца, я тебя убью, все, давай. А ты будешь рэп читать? Да, я читаю рэп. У меня есть носки, 2 колбасы и 3 трусов. Ладно, мне кажется, теперь мне будут мстить эта девочка за то, что я ее убила. Ты ее видишь? Да. А прикинь, она сейчас убийца, и знаешь, она такая, добрый день, мадам. Добрый вечер, я убийца, вам не нужен ножик в печень. Знаешь, что самое печальное, что мне нечто не выпадает за это убийца. Нечто не могу... Гарри Поттер мне магическим образом все слитки подкоммуниздил немножечко. Да Гарри Поттер черт вонючий, я вот знаю их вообще. Блин, вообще ни одного золота нет. Ой, я почти тебя нашел. Я нашла убийцу. Кто? Тебя убили? Девочка с розовой повязкой на голове. Так. В розовой кофточке.
в шортиках черных. Без маски. Просто девочка, у нее розовая одежда такая, градиентом, повязка на голове, черные шорты. Ты что, себя писала? Я не понял. Да нет, я полосатая. А это вот это вот. Или в маске. Зыря, а чего этот парень здесь забыл? Да погоди, она вон возле она стоит, где она лезет по лестнице. Я понял, где она, но тут, короче, парень она потерялся. Она упала с лестницы. И убивает всех. Сейчас, погоди, я ее убью, обещаю, смотри. У тебя есть что-нибудь, пожалуйста? Она вот там, где всякие эти стоят, музей. А их сейчас убьют, вон Гарри Поттер с луком промахнулся. Зырь, сколько этих, зырь, сколько смертей. Каких смертей? Она ну, парень бежит, а я ее вижу! А, помогите, помогите! Тихо, убила, иди, тихо, детектив, тихо, короче. Она меня не видела. Она меня видела! Тише! Да ты тут где-то детектив, ты взял лук детектива? Нет, она прям на нем стоит, она сверху его лука. Ну, в смысле, ты поняла. Сейчас, все, все, смотри, отвечаю, экшен. Где она? Я ее не видела. Ее убили. Фу. Лагерь, ты ничего не можешь сделать, ты бесполезный, понимаешь? Я ее бежал. Я ее бежал наказывать. Все, ты ничего не ведаешь. Я ее бежал размотать. Все. Лагерь, я не знаю, какой толк от тебя вообще. Я не понимаю. Да ты ничего, Миш, ты не понимаешь, подруга. Не понимаю ничего, лагерь. Подруга, ты вообще никогда ничего не понимаешь. Да, я больше так не могу. Я не буду с тобой больше играть. Все, окончай эту игру. Я уже на спавне давно. Тебя я жду. Выхожу, лагерь. Ну, вообще, пока. Я тебя забрал сюда, к себе. Ой, блин, спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился этот видосик, и я надеюсь, вы оцените его лайком, да? Да. Но если вы не поставите лайк, мне придется вставить вот этот алмаз лагеру в жопу. Черт. Ладно, ребятки, первый видос, где я вам разрешаю не ставить лайки, отвечаю. Черт с вами. Можете не ставить. Я потом скажу, как все прошло. Все, пока. До свидания.